В новый район столицы Виляева пришло метро. Калужский радиус продлился почти на 4 километра. Пути здесь прокладывали ветераны метростроя из бригады Олега Васильевича Котенева. Автоматика и телемеханика обеспечат движение поездов по ускоренному графику. На пуск первого поезда с новой станции «Калужская» пришли строители метрополитена, представители общественности столицы. Теперь жители Беляева, Теплого Стана, Конькова-Деревлева будут в считанные минуты попадать в центр города и его северную часть на станцию ВДНХ.